Оксана Шевчук, тренер з розвитку інтелекту, керівник інтелект-клубу, автор унікальної системи розвитку особистості, володіє цінною інформацією, як покращити себе і своє життя. І ось така людина необхідна, я вважаю, у нашій студії просто зараз. І вона вже є, і вона готова поділитися своїми унікальними знаннями і навчити вас, як же бути зібраними, творчими, плідними, продуктивними. Доброго ранку, Оксана. Доброе утро, Галина. Починаємо. Починаємо, однозначно. Смотрите. Яка сьогодні у нас тема? У нас сьогодні тема буде креативний батл і включення свого інтелекту з допомогою розбору цитат великих людей. Ось так відразу і батл. Прям сразу батл, звісно. У нас понеділок, у нас стартує уже скоро школа. Да, уже 1 сентября не за горами, поэтому нам надо подготовиться. Це випробування для батьків, я вважаю. Так як я теж мама, і для мене я жду цього моменту, звісно, ми вже соскучились за тренировками. Ну що, як обычно, ми починаємо з розмінки. Правильно? Ми готові? Приготуйте ручки. Так, готуємо ручки. Сьогодні ми почнемо з ручок. Давайте їх ось так ось потрем, ладошки втрем, розогріваємо, щоб вони були тепленькі. Так, все, есть теплые ладошки наши. Теперь начнем с самого простого упражнения. Давайте вспоминаем наше упражнение. Дёбыки. Одну ручку мы сжимаем в кулачок, вторую направляем в нее как уголком колем. Есть, да? Поменяли. Очень простое упражнение, но при этом вот буквально вчера мне позвонила одна моя знакомая, говорит, вот ты мне подсказала это упражнение, моя мама с инсультом была в больнице. Она его делала, и уже через где-то там полдня тренировки она села. Но она такая настойчивая женщина. Молодец. Поэтому это действительно очень полезно. Ну, у мене ця вправа зараз вийшла, але я скажу, що б люди не боялися, я потренувалася трошки перед ефіром. Отлично. Хорошо, тепер робимо следующее упражнение. Взяли дві ладошки, повернули так друг другу. Первые два пальца у нас собачка, да? Так. Второй пистолетик. Так, собачка и пистолетик. Да. Це зрозуміло. Провели, поменяли. Теперь у нас на правой руке собачка, на левой пистолетик. И проминали. Ми колись вже робили цю вправу. Конечно, ми зараз повторяємо. І було дуже складно. І за відпустку, але в мене вона вийшла. Я декілька днів тренувалася, вона вийшла. А тепер за відпустку я все трошечки забула. Пальці плутаються, не хочуть складатися у пістолетики собачку, але ми їх потихеньку складаємо. Складаємо, да, в этом вся суть. І самое главное, очень хорошо, когда не получается. Потому что многие начинают делать, ой, у меня не получается, они, да, какие-то там... Не переживати, що не виходить. Конечно, наоборот, это очень хорошо. То есть в тот момент, когда не получается, это значит, что мы учимся, значит, у нас происходят процессы в мозгу. Что происходит, когда мы делаем эти упражнения? У нас формируются новые межполушарные связи, да, говорите, которые как раз и помогают нам в дальнейшем лучше использовать свой мозг, быть больше творческим человеком, больше использовать те способности, которые у нас есть. Супер, Галин. Ну что, у вас это очень хорошо выходит. Давайте сделаем другое упражнение. Не перехвалить меня. Отлично. Так, опять две ладошки. Отлично, супер. И вот эти пальчики мы сделаем вот таким образом. Что вы со мной роботы? Супер, у вас очень хорошо получается. Теперь проводим и меняем. Видите, у нас такая... Мама. Я даже растерялась. На мене подивилися і все забули. Да, видите, это делается так, вот так. Так, може це тренуватися і тренуватися. Если не получается, видите, у меня пальцы. Так, у мене дуже багато зв'язків зараз формується. Бачите, очень як у мене много. Не виходить. Это очень хорошо. Это просто потрясающе, когда так происходит. Самое легкое упражнение, которое мы можем с вами, да, тоже вот закончить его. Берем большой и указательный, да, и идем от одного пальчика к другому. Все очень просто. Рухаємося далі. Да. Так, ми це дуже просто. Очень просто. Нарешті нормально вправо. Нормально вправо, да. Теперь меняем. Теперь у нас здесь у нас большой. И указательная здесь мизинец большой. Сюрприз. Да. И то же самое. Видите, пальцы хотят перескочить. Так, хочуть перескочити. І доводиться їх контролювати. Ось так. Да. Якщо робиш першу вправу і не думаєш, то тут зараз замислюєшся, на який палець все ж таки переключитися. Угу, да. То есть это упражнение, которое можно делать вообще в любой обстановке. Едете в транспорте, да, взяли, руки поставили и просто тренируетесь. Да? Дальше
будем усложнять, еще будем добавлять, пока этих упражнений достаточно для начала. Це наш мозок прокидається і налаштовується на роботу, на активну, на продуктивну. Все верно, да. То есть очень хорошо, когда у нас сейчас была зарядка, да, человек сделал зарядку, потом сел, успокоился и сделал эти упражнения. Также можно еще помассировать, включить акупунктурные точки, которые тоже включают работу нашего мозга. И в начале дня, да, для того, чтобы продуктивно провести день, вот я все показала сейчас, да, обязательно ушки. И вот здесь у нас две точки в основании черепа нашего тоже, да, вот так вот их немножечко помассировать. Все. Десь по 3 и прям секунды, сразу включилось. По 3-5 вот прямо, секунд. Да, так? Буквально, да, немножечко подержали. И прям вот чувствуется, как голова совершенно по-другому стала, вот какие-то, да, ощущения в ней происходят. То есть это мы включили для того, чтобы поработать. Но давайте сделаем еще одно очень интересное упражнение, да, уже более такое серьезное, для чего мы разминались. Мы с вами выполним упражнение, которое называется «Креативный батл». И вы увидите, как легко, как мы уже, да, не раз пробовали, любые слова, любые какие-то идеи можно генерировать абсолютно на раз, вот так вот запросто. Давайте я объясню правила данного упражнения. Я чекаю с нетерпением, что это за креативный батл, с кем мы будем сперечаться и чему потребує цей батл креативності. Креативності, да. Ми будемо друг другу розказувати дуже інтересні речі. Ми будемо дуже легко генерувати ідеї. Смотрите, ми можемо генерувати абсолютно різне. Наприклад, це може бути новий гаджет, це можна придумати нове животне, можна придумати нову планету, книгу, сюжет, фільм, мир будущего, малоізвісний історичний факт. Абсолютно, да, у нас є така... І це все вот, понеділок ми... зранку. Ви вважаєте, що після плідних вихідних ось так я повинна вигадати новий світ на іншій планеті? Наприклад, сейчас мы придумаем, еще не знаем, что вы будете выгадывать, но это очень хорошая игра для того, чтобы провести, во-первых, полезно, интересно, весело время и, опять же, получить пользу для себя. Как раз в нашем интеллектуальном клубе мы часто это делаем, периодически у нас, да, вот мы меняем такие игры, которые позволяют нам очень легко использовать все способности своего мозга. Ну, например, смотрите, как это делается. Я беру три слова, любые, да, например, розетка, смех и удар. Вот, отлично. Я взяла три совершенно таких вот каких-то непонятных слова. И теперь я себе беру следующее, что же я буду придумывать? Так, новый гаджет. Так, ускладнуем завдание у нас за одну хвилину мы повинні це зробити. Одна хвилина, совершенно верно, да. Это очень быстро делается. Откуда вы знаете? Потому что я дивлюся на годинник. Все верно. Да, теперь мы делаем что? Генерируем эту идею. Давайте очень быстро. Я вам представляю новый гаджет, который называется смехорозетка. То есть вы подходите к этой розетке, ударяете ее один раз, и вы сразу у вас поднимается настроение, и вы будете генерировать смех и улыбки в течение всего дня. Покупайте нашу смехорозетку, вот вам, пожалуйста, новый гаджет. Ничего себе. Да? То есть все очень просто. Опять же, давайте, Галина, вы попробуем. У нас одна минута, даже полминуты. Говорите мне цифры от 1 до 100. 99. Есть, истина. И, о боже, и один. И один, и огурец. Ну, давайте из двух слов. Теперь мы с вами будем придумывать что? Новый вид домов. О, боже мій, істинний будинок – це огірок, тому що там 99 мешканців поміщаються, і не просто поміщаються, а ще і можуть принести якусь користь, тому що вони – це насіння для майбутніх огірків. Нових домов, супер. І нових будинків. Замечательно, Галина, супер. То, точно, сієш будиночок, він виростає, і виростають нові будинки. Супер. Якщо смотрите, потрібно для нових мешканців. Да, а щоб упростити, у нас, ну, можна использовать ще вопросы. То есть для, перед тем, как начать играть, да, как использовать, пишем, где он находится, да, кто в нем живет, какого он размера и так далее. Да, вот, вот эти вот все моменты мы подписываем себе, чтобы упростить потом, и можно целую историю рассказывать. И вы не представляете, какие вероятные истории можно сочинить, и сколько нового можно придумывать, чтобы потом можно даже это использовать. Я в жизни. Я вже випробувала на огірках. Супер, потренувалася. Так, Оксано, неймовірне тренування. Я збадьорилася, я і так наче непогано почувалася, тому що перший день після відпустки, перший ефір, я налаштовувалася відповідно і не почувалася виснаженою, як інколи це буває. Але ось після такого тренування я починаю, мені здається, що я зараз гори зверну. Побачимо. Супер, я дуже рада. Дякую вам, доброго вам ранку, приємного продовження дня.